друзья, всем привет! Сегодня у нас 6 января, 2020 год. Выбрался, то есть чуть у меня время есть, выбрался на рыбалочку. Время у нас 11:30. Был сильный мороз, снега нет. Так, все замерзло. Пытаюсь ловить сегодня с этой точки. Последний раз напротив я рыбачу. С этого берега, мне кажется, лучше. Можно напрямую под дерево кидать, под мост. Смотрим. Может и с моста на микроджиг. Позже попробуем. Солнце выходит, будет потом тепло, там есть еще тень. Так вот, с моста. Там уже солнце светит, тут еще тень. Ладно, будем пробовать. В общем, начну, вон там что-то плескнулось. Итак, начну с такой резинки, небольшой и не маленькой, может и окунь захочет эту резинку. Ставлю 4 грамма чебурашку, чтобы очень медленно опускалась. Первый заброс. Там что-то плескнулось. Во! Рыба охотится, что ли? Значит, активная рыба. Сейчас перейдем туда подальше, кинем в то место. Первый раз вижу зимой, что рыба выпрыгивала с воды так. Туда. Поставил съедобную резину. Рыба пускается. Вон еще плескается, что там может быть? Так. Я знаю, что можно сделать. С моста, там такой мостик. Сейчас пойдем, думаю. Вещи никто не возьмет, никто не ходит. Мы сейчас сюда с мостика попробуем, что там плескается. Тут можно хорошо докинуть. Теперь
мерещится. Рыба на солнце плескается. Там, где малек, должен хищник быть. Есть щука. На первом забросе тут и там плескается. Сегодня везде она охотится зимой. Есть. Спускаться надо как-то. С моста. О, вот. Ё-моё. Главное не расслабиться. Спортивная рыбалка. Есть. Щука. Сегодня находится. Все, моя первая щука в этом году. Фу, ё-моё. Так, это надо открыть, чтобы уточку не поломать. О. Фу. Сегодня она там, ее много, охотится, жирная. Сейчас измерим. Измерим. Сфоткаем. Если она 60 сантиметров, то можно брать. Если нет, то отпустим. Но я думаю, она 60 будет. Фу, жарко стало. Вот. Первую щучку поймали. Щучка 61 сантиметр, жирненькая. Ребятки, вот такая щучка. Прелесть, да? Фу. 6 января такая щучка на 1,5 килограмма, наверное. Щучка 1800 грамм, даже чуть больше, чем 1,5. Значит, китайская резина от S-Fish, фирма, компания, она уже очень давно выпускает. Сегодня утром, то есть, когда собирался, распаковал свежую, чтобы запах ее был свежим. И съедобная резина щука схватила, проглотила. В последний раз, когда я был на рыбалке, ставил побольше резины 2 раза. Она так сильно не засекалась. Решил поменьше, и вот результат. Щука проглотила. Была голодная. Сейчас так солнце светит. Прям припекло, как будто весной. Жарко так стало. Но я тепло еще одет.
видел опять. Встал я с моста. Будем с моста рыбачить. Легче. Почти как с лодки, только повыше. Перекрест. Куда это попало? Ё-моё. Этого я не хотел. Только не это. Ладно, с берега. Как-нибудь подлезем аккуратно. Чтобы не упасть. Давайте такие моменты. Так, как мы поднимаем? Подлезть, не подлезть. Делаем так. И не стоим тут. Полезли. С этой стороны. Ах ты, блин. Все, блин, что тут какие-то лички. Так. Ага. Вот вот где. Сбилась. Хорошо зацепилась. Сейчас мы отцепим. О, конечки. Угу. Опа. Еще мы здесь сделаем. Ё-моё. Так, сделаем вниз. Отцепим лучше. Поводок. Так. Будем отцепилась. Все. Идем назад. А, шапку. Ах, конечки. Иногда такое бывает. Рыбалка. Не дома сидеть. Ах, блин. Конечно, все. Шнур не так уж и дешевый, поэтому все лишний. Метр лишний. Стоит денег. Поставим, что можем. А все уже. Последний узел. Хорошо тут зацепилось. Ё-моё. А еще ветка какая-то мокрая, свежая, не ломается. Ставим тут такие, блин, шиповник. Чёрт моё, блин. Сейчас столько камечек в конце. Что ты будешь делать? Так. Иногда вот из-за этой маленькой ошибочки получается такая волокита. Времени тратим. Уходит время на такое. И, блин, лишь бы не упасть. Это вот будет